Life is Good News представляет специальный выпуск новостей компании из Санкт-Петербурга. Здесь с 9 по 11 августа проходило одно из главных мероприятий холдинга – пятый юбилейный Балтийский форум 2019. Все подробности далее. Мы начинаем. 9 августа состоялась традиционная игра «Что, где, когда» – всеми любимый интеллектуальный формат коммуникации сотрудников. Местом проведения мероприятия стал роскошный летний дворец в Петергофе. Пока участники вечера занимали места в зале, в кулуарах была организована эксклюзивная фотосессия президента Life is Good Романа Василенко со звездными ведущими игры. Это шоумен и резидент Comedy Club Павел Воля, а также официальный партнер Life is Good – легендарный знаток Александр Друзь. Шикарно все. Спасибо. Отлично. Упало, по-моему, себе. Если уж и прерывать отпуск, то только в Питер и в летний дворец. И в такую компанию. У меня все отлично. Давайте, пойдем. Я рад, что вы пригласили именно меня. Я очень волнуюсь, как пройдет этот вечер, потому что, ну, такое проникновение в «Что, где, когда» в моей жизни впервые. Так официально, в таком красивом большом зале. Я очень сильно волнуюсь, надеюсь, что с моей стороны все пройдет шикарно. По крайней мере, я буду очень сильно стараться. Павел Воля представил главного арбитра игры Александра Друзья, после чего с приветственным словом к собравшимся обратился Роман Василенко. Дорогие друзья, всех приветствую. И вы заслужили этот праздник. Я вас благодарю за доверие, я вас благодарю за ваши результаты, потому что здесь собрались лучшие из лучших. И благодарю вас за вашу лояльность. И еще раз хочу сказать, наша задача, наша миссия – помогать людям. Все делать с любовью к людям, с любовью к своей компании, с любовью к своему делу. Давайте наслаждаться друг другом, живым общением и этими прекрасными людьми, звездами, которые сейчас вместе со мной стоят на этой сцене. Спасибо, Павел. Спасибо, Александр. Этим вечером на «Что, где, когда» смогли присутствовать топ-500 сотрудников корпоративного рейтинга, а топ-100 из них получили право оказаться непосредственно за игровыми столами. Таким образом, было сформировано 14 команд-участниц. Я первый раз принимаю участие в этой игре. Очень интересное мероприятие, на котором мы все участвуем, все полностью на 100% включены. Немногие в своей жизни, да, люди позволят себе вот присутствовать на таких мероприятиях. С нами это возможно, и я, конечно, очень рад присутствовать здесь и участвовать в этой игре. Темой игры сезона 2019 стала «Life is good в мире». Команды в общей сложности ответили на 20 вопросов. Их содержание касалось тех многочисленных стран, в которых сотрудники холдинга смогли побывать на отдыхе за счет компании в качестве победителей корпоративных промоушенов. Вот такой сгусток положительной энергии, масса удивительно красивых людей, женщины необыкновенно красивые, мужчины. И когда компания уделяет внимание не только внешней красоте, именно эталонам, а обращает внимание на внутреннюю красоту, задумываясь о том, чтобы человек развивался во всех направлениях, это особенно ценно. И я очередной раз укрепилась в своей любви к компании. Помимо яркой, азартной игры команд, зрители в зале смогли насладиться выступлениями артистов разных жанров. Так, невероятную атмосферу праздника создали участники этнического шоу барабанщиков, а Геннадий Ткаченко Папиш представил свой знаменитый номер «Звуки земли». Это уже не первая моя игра, и каждый раз все равно ты ее ждешь, ты волнуешься, и вот так красиво и торжественно в зале. Из года в год количество партнеров растет. Для нас Балтийский форум, сама игра «Что, где, когда» – это тот формат, который нельзя пропускать настоящим лидерам. По итогам игры третье место заняла команда «Прометей», второе место досталось команде «LG Голики», а победителем «Что, где, когда» стала команда «Вольные друзья» – капитан Сергей Санников. 10 августа. Азимут-отель, Санкт-Петербург. Здесь начал свою работу Балтийский форум. В этом году для участия в мероприятии в северную столицу приехали около 1000 сотрудников холдинга. Открытием деловой части стало яркое светомузыкальное шоу с элементами мотивирующей графики. После чего ведущий форума Николай Кануков пригласил на сцену официального партнера Life is Good всемирно известного бизнес-тренера Андреаса Винса. Рад поприветствовать вас на этом Балтийском форуме. Life is Good! Я очень благодарен господину Роману Василенко, его советникам, директорам за наше такое супер плодотворное сотрудничество и что мы опять можем встретиться с вами сегодня в этом шикарном зале с
уникальной темой, которая называется «Виртуозные и бархатные продажи». Тренинг Андреаса Винса продолжался в течение всего делового дня. Более 6 часов знаменитый бизнес-тренер делился практическими знаниями, позволяющими в совершенстве овладеть техникой виртуозных продаж. В частности, господин Винс представил конкретные инструменты для продвижения уникальных продуктов Life is Good. Я вот нахожусь сегодня в таком эйфорийном состоянии, и мне действительно хочется прям донести до каждого человека ту частицу, которую он сегодня вещает со сцены. Он раскрыл для меня более четкую, ясную картину. Я приняла однажды решение, что я буду с компанией Life is Good, и поняла, что нужно всегда быть на событиях, особенно вот такого масштабного плана. В ходе выступления Андреас Винс отметил, что главная задача каждого сотрудника – стать профессионалом своего дела. Высококвалифицированный специалист – это тренд 21 века. Были раскрыты такие важные темы, как установление правильного контакта с покупателем, работа с возражениями. Обозначены психологические аспекты ведения переговоров. Кроме того, речь шла об этической стороне деловых отношений. Андреас Винс для меня – это один из самых шикарных, самых главных бизнес-тренеров современности, потому что он не просто лучший продавец, он еще во все вводит очень высокую такую моральную, нравственную какую-то составляющую вводит. Во всех его лекциях звучит, что бизнес без морали, без нравственности – это не бизнес, и он не будет двигаться. 11 августа начала свою работу конвенция «Life is Good». На сцене выступили директора холдинга, чей личный путь в бизнесе является наглядным примером для построения успешной карьеры. И первыми свои истории представили молодые лидеры «Life is Good», которым еще не исполнилось 35 лет. Молодым людям мне хочется пожелать, чтобы они не сдавались, и больше упорства, потому что упорство – это то, что отличает молодых предпринимателей, успешных людей. Рекомендую слушать наставника, потому что это человек, который знает, как нужно делать, просто на раз, два, три выполнять стратегию, которую говорит руководитель. Посещать как можно больше таких бизнес-семинаров, больших событий, потому что чем больше у тебя знаний благодаря таким событиям, тем больше у тебя веры, тем больше у тебя уверенность. В течение дня в рамках конвенции выступили 48 лидеров холдинга. Каждая история успеха уникальна в своем роде. А залог высоких деловых достижений спикеров – это стремление к успеху, вера в себя и холдинг Life is Good, доверие своему руководителю. Я хотела выступить на такую большую аудиторию, и сегодня эта мечта моя осуществилась. Когда я увидела возможности, масштабность, перспективы бизнеса холдинга Life is Good, я тут же сфокусировалась и пошла вперед. И когда идешь в связке с руководителем, с лидером, то это делается все легко. Также была проведена панельная дискуссия по актуальным аспектам деятельности Life is Good. В ее работе приняли участие 7 топ-лидеров холдинга. Директора и советники президента дали компетентные ответы по широкому списку спектру обращений от участников форума. Вопросы принимались заранее в письменном виде, для чего накануне в зрительном зале была установлена специальная урна. В таком формате действительно большее количество людей могут и зафиксировать эти ответы, и действительно иметь ответы от самых успешных, самых профессиональных, самых грамотных лидеров компании. Людям важно, может быть, даже иногда не столько ответ получить, сколько задать вопросы, быть услышанным. И поэтому мы как раз даем возможность высказать свой вопрос и получить на него грамотный ответ. В рамках Балтийского форума состоялась премьера документального видеофильма, подготовленного Life is Good Media. Картина рассказывает о жизненном пути Евгения Чуйчука, директора, советника президента холдинга. Вместе с Романом Василенко он стоял у истоков бизнеса Life is Good. 5 лет назад я уже наелся классическим бизнесом, я уже наелся всеми должностями высокими в больших компаниях, да, и, наверное, я искал какую-то возможность, которая кардинально могла бы изменить мою жизнь. Была, конечно, сумасшедшая бизнес-идея, и я, как человек, наверное, аналитического склада ума, пытался все просчитать. И те результаты, которые, наверное, помещались в мою голову, они даже близко не приближались к тому, что случилось на сегодняшний день. Деловая часть форума завершилась выступлением президента Life is Good. Роман Василенко, президент
представил сотрудникам актуальную информацию о деятельности холдинга. Вот наиболее значимые цифры. На текущий период в рамках программы ЖК «Бествей» приобретено 1246 объектов недвижимости. С 1 января по 1 августа 2019 года куплено в 4 раза больше квартир, чем за аналогичный период 2018. Также состоялась церемония награждения успешных сотрудников «Life is Good» эксклюзивными швейцарскими часами с бриллиантами. И в завершение я хочу еще раз сказать от сердца, от своего сердца, то, что наша с вами миссия – помогать людям. Наша с вами миссия – сделать людей счастливыми и принести добро в каждую семью. Я вас люблю. Счастья, богатства и здоровья. Любви! Праздничным завершением Балтийского форума стала гала-вечеринка с большой концертной программой. На сцене выступили давние друзья холдинга – диджей Слон и популярный исполнитель Андрей Алексин. На этом специальный выпуск новостей, посвященный Балтийскому форуму, завершен. Жизнь прекрасна. Будьте с нами.